Операция по освобождению Алеппо вступила в завершающую стадию. Об этом сообщают мировые агентства со ссылкой на генерала сирийской армии. Сегодня стало известно, что правительственные войска заняли еще 7 кварталов. Бандиты сейчас контролируют лишь 5% городской территории. Как сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон, всего с начала операции в безопасные районы выведены более 100 тысяч мирных жителей, а также свыше 2000 боевиков. И вот на этом фоне террористы нанесли удар по Пальмире. Их цель, говорят эксперты, оттянуть на себя правительственные силы. Сирийские военные успели эвакуировать из города около 80% жителей. Причем это уже вторая попытка захватить город. Первая атака, как сообщили в российском Минобороны, в минувшую субботу была отбита при поддержке наших ВКС. Однако боевики перегруппировались и получили значительное подкрепление из иракского Мосула и Ираки, где на прошлой неделе подконтрольная США коалиция неожиданно приостановила боевые действия.